Так, і ще питання по Катерининській 69. Вчора там власник піцерії встановив наружний кондиціонер. Які предписання в связи з цим є у Приморській адміністрації, як у балансу содержання воду? Ну, в первую очередь, начнем с того, что эта ситуация длится уже 1,5 года. Расскажу и нашим телезрителям, и коллегам, в чем ситуация. По адресу Екатерининская, 69, на первом этаже жилого дома находится нежилое помещение, которое с 90-х годов использовалось по различному профилю. Собственник помещения 1,5 года назад сдал это помещение в аренду, где арендатор начал строительные работы. По этому факту было подписано мной распоряжение о приведении помещения в первоначальный вид и подан иск в суд. По моей, опять же, информации, дело сейчас, мы подали иск в суд, дальше мы будем смотреть, как будет суд принимать свое решение. По моей информации, на сегодняшний момент собственник помещения оформил все разрешительные документы, которых у них не было 1,5 года назад. И на сегодняшний момент, вчера, вот как вы правильно сказали, были установлены система или кондиционирование, или это вытяжка, технически мне должны сказать в этом специалисты. И там идет конфликт действительно с жителями этого дома. Мы всегда были на стороне и остаемся на стороне жителей дома, но мы действуем в рамках чинного законодательства. Сегодня дело в суде. Если, опять же, сегодня те конструкции, которые установлены, они незаконны и не имеют ни единого разрешительного документа, уже будем нашими структурами принимать решения. То наразі ви саме щодо цих кондиціонерів нічого не підпишете? На этом домі установлено более 15 кондиціонерів, помимо этого. І вже є жалоби з нескольких структур о том, имеют ли какие-либо разрешительные документы все кондиционеры, которые сегодня установлены на этом доме. Мы постараемся специалистами провести анализ всех кондиционеров, которые выходят на фасад или внутрь дворовую сторону. Если они без разрешительных документов, тогда будет принято решение по всем кондиционерам, которые сегодня установлены на этом здании.